приготовили для вас сказку, которая называется «Школа Теремок». А написала Елена Круглова. Посмотрите, какой сюрприз мы вам подготовили. Проходите, проходите, ребята, садитесь. Все детки любят сказки, учителя тоже любят сказки. И наши родители сегодня тоже услышат сказку наконец-то от своих детей. Школа Теремок. Стоит в поле теремок. Он ни низок, ни высок. Теремочек непростой, он красивый, золотой. Это школа для ребят. Для ребят и для зверят. Муха по небу летит. Ой, лягушка, ой, квакушка, будешь ты моя подружка.
чики-чики-та, знання я получу, чики-чики-та, я буду в школі учиться, я отлично, буду все на світі знати, смогу даже на Луну літати, даже на Луну літати. В школу я хочу, чики-чики-та, знання я получу, чики-чики-та. Села с мышкой лягушка, стала ей она подружкой. Тут и зайка прибежал, в дверь тихонько постучал. Здравствуйте, вот и я, зайчик из меня. Я не ученый зайчик, но ласковый, я мальчик, я буду ученик и от страха я и кайф, но я так мало знаю, могу такой крик. Я не ученый зайчик, но ласковый, я мальчик, я буду ученик и. Вот и зайчик прискакал, класс разглядывать он стал, познакомился со всеми, сел за парту и сказал. Отдал за урок, не изменит еще звонок. Слышал там, кто-то там идет, песню звонкую поет. А идет еще учиться в школу рыжая лисица, развеселая певица. Вот она заходит в класс. Ну-ка, кто же тут у нас? Только носите за парту чаулис, гринарю, дай конфетку, шоколадку и парфюму понесу. Как тебя зовут, девица? Просто рыжая лисица, но впрочем... Вот лисичка с зайкой села, а звоночек не звенит. Только кто-то очень быстро класс торопится, бежит. Не то буду выть. Все, звенит уже звонок, начинается урок. Вот войдет уже сейчас наш учитель в первый класс. Все в волнении, все затихли, но открылась дверь, а там...
на пороге, он немножко опоздал, он проходит по рядам, слышно шорох тут и там. Наступил на хвост лисице, зайцу лапу отдавил и нечаянно лягушке поясницу придавил, мышку локтем в бок толкнул и комарика пихнул. А когда дошел до волка, закричал тут серый громко. Это что еще за слон? Как учиться будет он? Места нет ему у нас, типа трюм в первый класс. Где место в огороде, где морковочка растет, будет пугало стоять, чтобы ворон пугает. Медвежонок тут заплакал и сказал. Я не уклюшка, чтоб я чтоб не уж вас обидеть не хотел. Да не очень-то я знаю, но учиться каждая. Я окончу детский сад, и куда потом идти, нет обратного пути. Тут учитель в класс зашел и сказал не шутки он. Поскорей, мой друг, садись, уму-разуму учись. Ну а вы, зверятки, сядьте, никого не обижайте, будь он маленький, большой, косолапый или хромой, учит школа лишь добру, знаний прибавляет. Первоклассников сегодня наша школа принимает.